Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет дальше в проекте «Холостячка». А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего, кто больше подходит к Ксении Мишиной, кто, по вашему мнению, должен победить. Итак, в следующей серии Женя, юрист на миллиард, будет читать Ксении стихи. Рыбаков или рыбак будет, кстати, напишите, как правильно, будет обвинять Ксению в том, что она врет, что она не искренне с ним, не искренне с другими участниками. Ну, так, судя по анонсу. А Гриша Решетник будет разбираться с парнями в том вопросе, честны ли они с Ксенией или пришли за пиаром, за подписчиками в Инстаграме. И очень сильно на этот вопрос взбесится, кто вы думали, Эллерт. И да, Ксению это обидит и расстроит. А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего, кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной и должен победить. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!